Уже более 20 лет легендарная группа «Сборная Союза» радует волокжан. Недавно группа выпустила новый клип. Это рассказ о нашей группе, что в группе есть некий продюсер, автор песен, который обещает таким ребятам, как Виталий Синицын, повысить гонорары. То есть гонорары все приготовлены. 5, 6 февраля и 8 марта волокжане, гости столицы, могут прийти посмотреть, как эти гонорары будут раздаваться прямо на сцене. Сейчас в группу вернулась Виктория Калистратова. Как говорит Евгений Журин, новые песни в исполнении Виктории просто взорвут интернет. И это еще не все сюрпризы, которые подготовили для поклонников музыканты сборной Союза. С 17 по 31 декабря, включая новогоднюю ночь, группа «Сборная Союза» приглашает вас в клуб-ресторан СССР в Вологде. Мы будем проводить корпоративы, мы будем встречать Новый год вместе с нашими любимыми волокжанками и волокжанами.